всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Мой дед Костенко Геннадий Григорьевич родился 9 ноября 1925 года. Когда началась война, он учился в 8 классе. Его отец был призван и воевал уже. Ему уж очень хотелось пойти на войну, но медицинская комиссия забраковала его и в связи с тем, что ему не хватало роста. Рост его составлял 1,49 м. Сказали, извините, 1 сантиметра не хватает. Но дождавшись долгожданной повестки на фронт, после обучения он был назначен командиром отделения истребительного противотанкового полка. 9 мая он встретил в Праге. Как он рассказывал, 8 мая они зашли в город. В блиндаже он уснул. 9 мая просыпается. Везде стреляют. Он, говорит, напугался, сильно вскочил. Думал, что атакуют. Выскочил, смотрит, а все радуются, что 9 мая, капитуляция Германии. Я помню, я горжусь, служу России,